Лидер – это ответственный, инициативный, активный и целеустремленный человек. Именно такими качествами обладали все 9 финалистов областного конкурса среди детских и молодежных общественных объединений «Я – лидер». Несмотря на свой юный возраст, от 14 до 17 лет, каждый из них уже больше года является идейным вдохновителем своих объединений. Мне сегодня было приятно, потому что большинство лидеров, те, которые претендуют на звание «Я лидер», все занимаются социальными проектами, помогают детям-инвалидам, помогают детям-сиротам и лиц, оставшихся без попечения родителей, принимают в патриотическом воспитании молодежи, являются лидерами в классе, в школе, в своей детской общественной организации. Я думаю, что это для молодежи очень значимый проект. Для того, чтобы выступить перед жюри в финале, каждый участник прошел строгий отбор в своем районе. И вот настал решающий момент. Ребята собрались в молодежном центре «Химик», чтобы презентовать себя и представить деятельность своей организации. Участники рассказывали о добрых делах и проектах, которые им удалось реализовать на территории своей школы или села. Мне нравится покорять разные вершины. Вот одна из вершин покорила я вчера. Это я стала президентом нашего детского совета. И также, ну, выиграв этот конкурс, наверное, я бы хотела, к примеру, внести волю в пропаганду экологии. Этот конкурс, как мне кажется, очень помогает раскрыть именно все детские организации и конкретно личные качества лидера каждого представителя из этой детской организации. Каждый доказал свою активную жизненную позицию, желание помогать и делать мир лучше. Но ярче всех свои лидерские качества сумела проявить представительница еще молодой детской организации «Кристалл» Наталья Чертолысова. Благодаря ее умению руководить и поддержке дружной команды реализовались значимые проекты в Сидельниковской средней школе номер 1. Самые значимые дела, что мы сделали, это реализация 2 социальных проектов. Это «Маленький зал больших героев», мы улучшали зал боевой славы, и «Маленький зал большой природы», мы также улучшали зал природы. Тройка самых достойных участников по итогам конкурса – Наталья Чертолысова, Станислав Быков и Анна Калиниченко – получили путевку во Всероссийский детский оздоровительный центр, а также право принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». Но и это не все сюрпризы для ребят. В сентябре 2 кандидата от Омской области представят наш регион на крупном Всероссийском форуме «Дети. Россия. Будущее».